choose your destiny. Приветствую зрителей канала Игрофильмы, с вами Рашна Линзука, и мы продолжаем турнир по игре Mortal Kombat. На этот раз на арене бойцы, которые прошли отборочные бои. Итак, у нас Majesty Madness и Наркобарон 460. Встречайте! Милина. Итак, Majesty выбрал Милину, а Наркобарон решил скрыться, не показать, кого он выберет. Раунд 1. Файт! Так, Наркобарон оказался Кунг Лао. Очень неплохая арена для мяса. Это же мост. И проигравшего можно будет скинуть. Бойцы очень собраны, как я вижу. Кунг Лао молодец, вовремя встречает. Хорошо блокирует, но... подкат Милины он не смог уловить. Отлично, подловил на X-Ray, причем на остатки своих жизней. У него последний шанс выиграть в этом раунде. Нет, он им не воспользовался. Итак, первый раунд за Majesty Madness. Fight. Наркобарон неплохо владеет Кунг Лао. Очень-очень-очень сгруппирован, очень собран. Очень неплохая серия от Majesty. 6 ударов. Ух ты! Да... это не то, что отборочные бои. Тут все гораздо жестче, друзья. Тут собрались те, кто прошли отбор. Прошли жесткий отбор. Кунг Лао изо всех сил сопротивляется. Ах, все. Молодец, Majesty. О, у нас стейдж фаталити, друзья. Воу! Итак, победил Majesty Madness, и он переходит в следующий тур. А Наркобарон покидает наш турнир, друзья. Ну что ж, все было очень круто. Встретимся в следующих боях. Superb. Choose your destiny. Привет, друзья, с вами Рашна Линзук, и мы продолжаем турнир по игре Mortal Kombat. И сейчас у нас на арене Алексей и Нимочка. Оба уже прошли отборочные бои, оба матерые бойцы. Так, Алексей у нас решил опять схитрить. Так, 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 так. Сейчас прольется чья-то кровь. Так, кто опять скипнул заставку, мать вашу? Это не я, техническое поражение. Ладно, давайте. Значит, Алексей у нас Китана, а Нимочка у нас Кунг Лао. Давайте, накажите того, кто скипнул заставку там. Мне пока сложно понять, кто у нас тут фаворит в этом поединке в начале. Опа, уже X-Ray в самом начале боя практически от Алексея. Кстати, второй бой, и уже опять Кунг Лао. Надеюсь, зрители опять не будут возмущаться, что теперь Кунг Лао все берут. А то в отборочных все сетовали на то, что постоянно Скорпионом все играют. Нет. А-а-а! Нимочка вырвал победу в первом раунде. Fight. Да, что-то Нимочка разошелся. Пора Китане, то есть
Китане, да, брать все в свои руки, точнее Алексею. Ну что-то никак не получается, что-то не клеится. Кунг Лао просто зверь. X-Ray единственное, что остается сделать напоследок. Да конечно, я просто так не сдался. Напряженно, напряженно. Алексей отыгрывается. 1-1, елки-палки, вот это, блин, вот это матч. Ну давайте, решающий раунд, кто же все-таки сильнее тут? Атака за атакой, удар за ударом. Порез за порезом. Покажите, кто сильнейший боец. Да, видно, что Алексей взял в кулаки всю свою агрессию и решил выплеснуть ее на Нимочку. Тут главное не терять самообладание. Да, друзья, вы меня просто удивляете. До самого конца раунда непонятно, до конца боя, кто все-таки выиграет. На! Делаю фаталити, ёпта. Excellent. Прикончи его! Давай, убей его! На, ёпта! Отбей лавы, Кунг Лао! Это была великая битва! Итак, друзья, мы поздравляем Алексея с переходом в следующий тур. А Нимочка выбывает из турнира, но он показал себя крутым бойцом. Superb. Choose your destiny. Привет, друзья, с вами Рашна Линдзука, и мы продолжаем турнир по игре Mortal Kombat. И сейчас у нас на арене следующие бойцы: Дид Киллер и Дима Стрит. Вы всех их уже видели в отборочных боях. Сейчас они покажут нам класс. Да, уже в турнире преобладает режим невидимки. Все боятся раскрыть свои карты раньше времени. Итак, у нас Сайрекс против Сайрекса. Скажем так, светлый Сайрекс против темного Сайрекса. Так, пока у нас немного ведет Дима Стрит. Да, он бьет своему клону по голове с ручаткой. Немножко запутался в сетке. Да, интересно, они подобрали себе бойцов. Один Сайрекс бьет другого Сайрекса. В общем, демонстрирует у нас тот Сайрекс, который более такой темного оттенка. Кстати, он уже начал проигрывать. Все-таки первый раунд за Дид Киллер. Надеюсь, второй раз раунд будет еще жестче. Эх, с X-Ray. Ушел никуда. Похоже, Дид Киллер раскусил своего соперника и перешел к решительным действиям. О, это уже жестко. Это уже просто избиение началось какое-то. За первым раунде он еще что-то думал, что-то пытался там угадать. Но тут уже все. Хотя, все возможно, это же турнир, это Mortal Kombat. Итак, 2-0, победа от Дид Киллера. И у нас еще одно фаталити! Сколько же бойцов у нас окажется на дне этой ямы в конце турнира?
пока никому не известно. Ну что ж, мы поздравляем Дидкиллера, он проходит следующий тур. А Дима Стрит у нас выбывает из турнира. Но он неплохо себя показал в качестве бойца. Итак, друзья, встретимся в следующих боях. Choose your destiny. Привет, друзья, с вами Рашна Линдзука, и мы продолжаем турнир по игре Mortal Kombat. И сейчас у нас на арене следующие бойцы. Дидкиллер и Олдкипер. Встречайте! Так, ну что, у нас тут Сайрекс против Смока. Интересный бой ожидается, друзья. Так, арена... пещера Гора. Вау, вау, какой удар! Эти оба этих ниндзя из одного клана, Лин Квей. Только Смок у нас в виде человека. А Сайрекс кибернетизирован. Что же победит? Железо или плоть? Пока побеждает железо. Давай, Смок, соберись. Покажи, что человек круче машины. Эх. Первый раунд за Дидкиллером. Красиво, опять с того же удара он начинает каждый раунд. Попался, блин. Ой, как жестко-то, вот это жесть. Надо быть осторожней. Да, Смок очень хорошо умеет летать. Отлично летает. Так, 2-0 в пользу Дидкиллера. Опа, он что-то задумал. Вау! А, распилили Смокочку. О, бедный Смок. Ну что ж, Дидкиллер выходит в следующий тур, а Олдкипер покидает наш турнир. Но он был молодцом, друзья. Итак, встретимся в следующих боях. Choose your destiny. Привет, друзья, с вами Рашна Линдзука, и мы продолжаем турнир по игре Mortal Kombat. И сейчас у нас на арене следующие бойцы. Это Пашакак и Шанг Зиро. Они уже прошли отборочные бои, сейчас покажут уже свой класс. Точнее, они уже показали, чего они стоят. И теперь им остается только драться не на жизнь, а на смерть. Итак, у нас Милена против Саб-Зира. Нет, там другой персонаж. А, он скрытый был? Режим невидимку. Ой, я что-то не обратил внимания. Ладно, ладно, сейчас увидим. Let us dance. У тебя Милина, а нет, Саб-Зир, так что все нормально. Шанг-Зир взял Саб-Зира. Давай, Пашакак. Пашакак у нас самый молодой боец из участников турнира, насколько я знаю. Посмотрим, чему он научился. Don't make me laugh. Ух ты, Шанг-Зир опять жжет, хотя нет, он должен морозить вообще-то. Блин. Опять фигню сморозил. Нет. Главное не нервничать, бойцы, не нервничать. Поставили свою цель, идите к ней. Хорошо, что не замерз. Не поддавайся на его подсечку. Ух ты.
Ох, я думал, сейчас будет решающий удар. Нет, он немножко задержался. Итак, первый раунд за Шанг Зира. Пошакак, давай, соберись. Да, я хотел. Давай, давай, давай. Меньше разговаривай, больше делай. Да ты бомбу хотя бы сделай. Потому что я даст просто так комбу сделаю. Твое дело выиграть, а как ты выиграешь, это не важно. Эх. Ух ты, блин, замерз. Да. Мелине уже отморозили все, что можно. Все, это последняя, наверное, заморозка была. Итак, 2-0 в пользу Шанг Зира. И сейчас у нас фаталити, друзья. А в этот раз турнир у нас просто изобилует различными фаталити. Вау, выдрали голову вместе с позвоночником. Как красиво-то. Ну что ж, мы поздравляем Шанг Зира, он перешел в следующий тур, а Пошакак у нас покидает турнир. Ну ничего, Пошакак, не расстраивайся, тренируйся, и когда-нибудь ты у нас блеснешь еще на арене. Choose your destiny. Привет, друзья, с вами Рашна Линдзук, и мы продолжаем турнир по игре Mortal Kombat. Итак, сейчас на арену выйдут Калаян против Шанг Зиро. Вы всех этих бойцов уже знаете по отборочным боям. Все у нас хорошо себя показали. Сейчас мы узнаем, кто из них сильнее. Sub-Zero. Итак, у нас Сайрекс против Саб-Зира. Арена Мост Ночью, по-моему, что-то типа того. Опять кто-нибудь сегодня полетит у нас в яму на шипы. Вау. Шанг Зира уже неплохо отличился в этом турнире против Пошакака. Показал свою мощь. И сейчас он начинает, по-моему, долбить Калаяна. Да, очень жестко, не дает практически шансов. Калаян как может сопротивляется. Сам Зира просто вцепился в него своими цепкими руками. Не дает ему вздохнуть. Эх, избегал проигрыша весь конец раунда, но все-таки проиграл Калаян первый раунд. Посмотрим, что будет во втором. Эх. Да, Шанг Зира у нас сегодня в ударе. Я понял, из чего складывается его ник Шанг Зира. У него аватар Шанг Цунг, а его боец Саб Зира. И поэтому получается Шанг Зира. Так, ну, второй раунд более-менее еще Калаян держится. Просто нужно как-то стараться избегать этих заморозок. Возможно, больше блочить, больше нижний блок применять, потому что в верхнем блоке Саб-Зира применяет свою скользящую подсечку. Так, неплохо, неплохая атака Сарикса. А телепорты нынче опасно делать против таких серьезных противников. Так, ну, у Калаяна есть X-Ray. И что, ему последний шанс его использовать? Ну... А, все, он его уже использовал силу. X-Ray не будет точно. Так, ну, последние секунды остались. Все, победа Шанг Зира. Он выходит в четвертьфинал. Вау! И очередной боец у нас оказывается в яме на шипах. Sub-Zero wins. Fatality.
Что ж, мы поздравляем Шангзира, он перешел в четвертьфинал. А Калаян покидает наш турнир. You suck. Ну что, друзья, встретимся в следующих боях. Superb. Choose your destiny. Привет, друзья, с вами Рашна Линзука. Мы продолжаем турнир по игре Mortal Kombat. И сейчас на арене следующие бойцы: Fox Grey и Solid Snake XD-123. То есть классическая битва Снейка с его другом Фоксом Греем из игры Metal Gear Solid. Итак, у нас сейчас Кибер Саб-Зира против Рептайла. Фокс Грей выбрал Кибер Саб-Зира, а Solid Snake выбрал Рептайла. Так, противники немного осторожничают. Опа, плювок в лицо. Этого нельзя прощать. Тут Саб-Зира никак не может приноровиться. Опа, неплохая серия в воздухе. Правда, коротенькая. Да, ребята просто на стрёме, как говорится. Пока у нас Фокс Грей ведет. Рептайль не очень агрессивно себя ведет, поэтому проигрывает. Обычно за Рептайла все очень яростно атакуют. Итак, первый раунд за Фокс Грей. Интересно, возможно, кого-нибудь сегодня скушают вот эти деревья добрые на заднем плане, которые на нас смотрят. Противники очень осторожны. Опа! Первый X-Ray. Киборгу немного не повезло. Шансы сравнялись сейчас на победу, но все-таки Фокс Грей ведет. Рептайл неплохо его подловил. Это все, друзья. 2-0 в пользу Фокса Грея. Отлично! Все-таки покормили дерево, друзья! Как я этому рад! Давно их не кормили. Итак, друзья, значит, Фокс Грей у нас выходит в следующий этап, а Solid Snake XD-123 покидает наш турнир. Прощаемся с Solid Snake и встретимся в следующих боях, друзья! Choose your destiny. Приветствую зрителей канала Игрофильмы, с вами Рашна Линзука, и мы продолжаем турнир по игре Mortal Kombat. Сейчас на арене у нас Алигил и Ника Фенти. Бойцы, прошедшие отборочные бои. Итак, Алигил у нас выбрал Сайрекса, Ника Фенти режим невидимочки включил. Ох, сегодня будет жарко. И даже жестко, я бы сказал. Металл против кого же? Против кого же у нас Сайрекс будет драться? Вау! Мелина. В праздничном костюме. Кстати, Сайрексов у нас на турнире очень много в этот раз. Почти как скорпионов было в отборочных боях. Очень неплохая серия с сеткой. Кстати, Мелину тоже не первый раз уже берут у нас.
Вау, как налетело. Да, вот эти вот бомбочки у Сайрекса очень коварное оружие. Так, первый раунд за Ника Фенти. У тебя все лицо Мелина уже в крови. Вау, она еще резче начинает этот раунд. Неплохая серия. Вау, вот это здорово рассчитал. Да, круто, круто. Нельзя ж так с бабой. Хоть и с такой зубастой. Да, Сайрекс собрался, то есть, точнее, Алигил. И второй раунд за Алигил. Счет 1-1, друзья. Кто же победит в третьем решающем раунде? Вау! Да, эти связки очень точные. Очень хитрые. Да, Сайрекс разошелся и в этом раунде. Не дает Ника Фенти никаких шансов практически. Ведь он распустил своего противника. В первом раунде, дав ему себя пометелить. И победа Алигила, счет 2-1. Вау! Детка развалилась на куски. Итак, друзья, мы поздравляем Алигил с проходом в следующий тур. А Ника Фенти у нас покидает турнир в распиленном виде. Что ж, друзья, встретимся в следующих боях. Не пропустите на канале Игрофильмы. Choose your destiny. Привет, друзья, с вами Раш Нарензука, мы продолжаем турнир по игре Mortal Kombat. И сейчас на арену у нас выходит Don't Hold You и Smoke 1990 Passat. Ожидается очень горячая схватка. Очень жесткая. Сегодня у нас ни один бой практически не заканчивается без фаталити. Так что ждем жести. Так, пещера Гора. Так, Дон Холди выбрал Мелину, а Смок Пассат выбрал Китану. Схватка двух сводных сестер, получается. Так, Дон Холди очень неплохо начал. Мука аж откинула назад, и половины жизни у него уже нет. Так, Смок начал отвечать. Комбо-брейкер. Опа, подловили в воздухе очень красиво. Да, Don't Hold You продолжает уверенно лидировать. Пятый комбо. Так, первый раунд за Don't Hold You. Это удивительно. Смок Пассат у нас считается одним из претендентов на звание чемпион. Don't make me laugh. Голаги у меня, голаги. Ну что ж такое-то? Дед Коннект. Да, Смок, тебе нужно что-то срочно предпринимать. У тебя последняя линейка жизни. У меня лагает все просто. Лагает. Ну, к сожалению, тут уже ничего сделать невозможно. Со счетом 2-0 побеждает Don't Hold You. Это, можно сказать, сенсационная у нас победа. Никто этого не ожидал.
и фаталити очень жесткая. Итак, друзья, мы поздравляем Don't Hold, и он переходит в следующий этап. А Smoke Passat у нас покидает турнир. Мы благодарим Smoke Passat, он показал очень красивые поединки в этом турнире. Что ж, друзья, встретимся в следующих боях. Choose your destiny. Привет, друзья, с вами Раш Наридзука. Мы продолжаем турнир по игре Mortal Kombat. И сейчас на арену у нас выходят Don't Hold You и Black Wave. Вы можете помнить предыдущие бои, где Don't Hold You сенсационно побил Smoke Passat, одного из главных претендентов на чемпионство в нашем турнире. И сейчас у нас выходит второй главный претендент, это Black Wave. Значит, у нас сейчас... неизвестно, кто пока дерется, сейчас посмотрим. Так, Мелина против Sub-Zero. Ну что ж, давайте, друзья. От этого поединок еще напряженнее становится. Так, Sub-Zero начинает немножко тоже огребать по щам. Это очень удивительно у нас. Это неужели у нас сегодня реально сенсация? Так. Заморозили. Ударили. И первый раунд за Don't Hold You. Мне будет очень хорошо, если я получится. Что-то новое. Это да, что-то новое. Это что-то неожиданное. Don't make me laugh. Ну, у тебя есть все шансы еще собраться и ответить. Ну да. Разные противники бывали. В онлайне. Так, у нас Black Wave начал немного отыгрываться. Апперкот. После каждой заморозки Sub-Zero идет удар сверху от Мелина. Опа, заморозил, удачно. X-Ray! И Black Wave выдирает второй раунд с корнем. Из желтки. Жалко, что я последнюю неделю почти не играл. Вообще, руки уже немножко подзабыли. Надо было тренироваться. Теперь все об этом жалеют. Надо было неделю просто не влезать из игры после отборочных боев. Да, схватка настолько напряженная, что я просто даже не знаю, что комментировать, я просто молчу, молча, затаив дыхание, наблюдая за происходящим. А что ты будешь делать? Сколько все технично происходит, неизвестно еще до конца, кто все-таки выиграет. Шансы есть у всех. Оба бойцы скилловые, очень скилловые. Да, Black Wave побеждает. Вот так, друзья, неожиданно. Со счетом 2-1 побеждает Black Wave. И сейчас он мстит за смерть своего друга Smoke Passat. Итак, друзья, Black Wave у нас выходит в следующий тур. Don't Hold You покидает наш турнир с почестями, я бы сказал, потому что он одержал очень мощную победу до этого. И показал очень красивый бой. Ну а мы встретимся в следующих поединках. Оставайтесь на канале Игрофильмы. Superb. Choose
choose your destiny. Привет, друзья, с вами Рашна Линдзука, и мы продолжаем онлайн-турнир по игре Mortal Kombat. Сейчас у нас на арену выходят бойцы, прошедшие отборочные бои. Это Тьюи и Зевс СП. Сейчас все будет серьезно, жестко. Это уже турнир, друзья. Sub-Zero. Так, у нас Скорпион против Sub-Zero. Classic Battle, так сказать. После того, как в отборочных боях зрители возмущались, что все берут Саб-Зира, Скорпиона, Скорпиона практически никто не брал. Вот Тьюи наконец-таки взял Скорпиона. Он взял Скорпиона, значит, должен показать класс. Но тут что-то Саб-Зира начал морозить нехило. Кстати, вот раз Саб-Зир зато много. Я считаю, что участники должны брать тех бойцов, которыми они, которыми у них больше всего шансов на победу. Ни на что остальное равняться не стоит. Оба! X-Ray от Скорпиона. И Зевс на полу. Но это еще не все. Пока не все. Да, Скорпион решил отомстить Саб-Зирке за такую резкую атаку в начале раунда. Ух ты, ух ты! Все-таки Зевс СП выбирает, выдирает победу в этом раунде. 1-0 в пользу Зевс СП. На тебе! Тости! Don't make me laugh. Так, все начали осторожничать, особенно Тьюи после проигрыша в первом раунде. Да, тут стоит быть осторожным. Ну, и не забывать атаковать и делать комбо. Да, комбо мимо прошло. А вот Саб все сделал верно. Заморозил и серию сразу же. Вау, еще один X-Ray Зевсу. Он снова на полу, и снова ему доламывают ребра. Грудную клетку. Опять Скорпион разошелся. Такое ощущение, что события первого раунда повторяются. Да, это все, друзья. Это победа Зевса. Давай, прикончи его. Ему больше незачем жить. Эх, поживи еще немного. Итак, друзья, Зевс СП переходит в следующий тур, а Тьюи покидает наш турнир. Что ж, друзья, встретимся в следующих боях. Оставайтесь на канале Игрофильмы. Well done. Choose your destiny. Привет, друзья, с вами Рашна Линдзука, и мы продолжаем онлайн-турнир по игре Mortal Kombat. И сейчас у нас на арене Алекс Ворон 87 и Зевс СП. Так, ну кого же они выберут? Кунг Лао. Так, Алекс Ворон 87 выбрал Кунг Лао. Очень серьезный боец. Китана. Китана. Зевс СП у нас выбрал Китану. Ну что ж. Посмотрим, что получится из этого симбиоза. For the Shaolin. You will learn respect. Round one. Посмотрим, кто кого научит Fight. Уважать. Опа, как хорошо встретил рукой в воздухе, а? Он сразу же получает веерами. Да, шляпа тоже хорошее оружие.
Особенно шляпа с металлическими краями. Ух ты! Неплохо схватил. О, вот эта серия. Вот эта серия. 7 ударов, друзья. 29% ущерба. Так, X-Ray тем временем у нас проводит Кун Лао. По-другому Алекс Ворон 87. Но Зевса это пока не останавливает. Красиво подловил. Красиво подловила. И первый раунд за Зевс СП. Так, я вижу, что Алекс Ворон занервничал. Не знает, с чего начать атаку. А Зевс, я гляжу, освоился. Ну, рано радоваться. Все может произойти еще в этом раунде. Красивая серия была. 4 удара. Молодец, молодец. Так, это может быть конец. Нет, это еще не конец. Держись, давай, Кун Лао. Нет, это все. 2-0 в пользу Зевс СП. Итак, друзья, в следующий тур у нас выходит Зевс СП, а Алекс Ворон 87 покидает турнир. Ну что ж, друзья, оставайтесь на канале Игрофильм. Встретимся в следующем бою.